22 марта в Москве прошел митинг-концерт «Украина без фашизма и капитализма», организованный антифашистским штабом помощи Украине. Акция собрала около 400 человек. Представители таких организаций, как «Красное ТВ», «Объединенная коммунистическая партия», «РКРП», «РКСМБ», «СКМ», «Левый фронт», «ВКПБ», «Форум МСК», «Коммунисты России», других объединений и движений. Участвовали также украинские представители с плакатом «Донбасс против фашизма». Основная задача митинга была заявлена как отчет о деятельности антифашистского штаба, организованного левыми силами. Организаторы штаба заявили о существовании третьей точки зрения, именно левых, отличающихся от позиции охранителей и промайдановцев. Левые организации подчеркнули отказ от поддержки как сторонников российского империализма в отношении Украины, так и от поддержки либерально настроенных сторонников Майдана. Антифашистский штаб поддерживает низовые инициативы граждан Украины, которые своими объединенными усилиями выходят на борьбу с бандеровцами и наемниками правого сектора и не признают незаконного правительства киевской хунты. У микрофона на митинге звучали мнения представителей различных организаций, однако общая точка зрения сходилась на том, что только красный реванш при деятельности сильных, объединенных коммунистических, социалистических и левопатриотических сил может стать реальной альтернативой для миллионов граждан России. К сожалению, не обошлось и без провокаций. Представитель Левого фронта Василий Кузьмин в нецензурной форме призвал поддержать борьбу правого сектора с Беркутом. Однако такая позиция была раскритикована и признана участниками митинга провокацией мелкобуржуазных левых активистов, плетущихся в хвосте у либерально настроенной публики. Кроме выступления ораторов, на акции прозвучали песни музыкальных коллективов из Москвы, Ленинграда, Самары. Во второй части митинга был организован свободный микрофон, а в финале акции участники все вместе исполнили песню итальянских партизан «Белла Чао». Полную версию митинга смотрите в ближайшее время на нашем канале.